В одном из детских садов металлургического района детям подарили сладкие подарки с плесенью. Об этом рассказали родители малышей и даже поделились фото. По словам мамочек, конфеты были с плесенью, мятые и твердые, хотя родители сдавали по 330 рублей. Позже и вовсе обнаружили, что сверху старой наклейки была новая. Руководитель детского сада комментировать ситуацию не стала и сказала, что ничего об этом не знает. В другом учреждении на улице Сахалинской такая же история. Новая этикетка поверх старой. И конфеты тоже сам качества. В этом детсаду заведующая сообщила, что уже проводится проверка. Ранее подобный скандал случился в Ленинском районе. Когда родители после утренника стали рассматривать коробки, то ужаснулись. Нам достался подарок с двумя наклейками по срокам годности. Одна наклейка наклеена на другую, на нижней наклейке срок годности истек еще 26 июня. Как так? Я ребенку не рискнула дать такие конфеты. Предлагаю написать заявление в прокуратуру, а не носить на замену в детский сад. Но заведующая детским садом номер 450 успокоила и все попыталась объяснить. Оказалось, сэкономить хотел поставщик. Поставщик сегодня разобрался с подарками. Он позвонил на склад. Выяснилось, что из партии подарков несколько коробок остались с прошлого года, поэтому на них была наклеена этикетка нового года. Внутренность подарка была новая, сертификат на данные конфеты имеется, и качество их соответствует заявленному. Сегодня поставщик поменял указанные подарки, не только то количество, которые были неправильно наклеены этикетки, но и всю партию подарков, которые были предоставлены на эту группу. Я думаю, что инцидент сегодня исчерпан. Поставщик тем временем заменил всю партию, дети получили еще по одному подарку.